Растущая луна и спокойное магнитное поле ждут нас на этих выходных. С погодой на ближайшие дни вас познакомлю я, Наташа Ветрова. Первый весенний месяц подходит к концу и радует нас непривычно теплыми днями. В пятницу, 24 марта, на небе облака, но температура поднимется до плюс 18 днем, а опустится до плюс 8 ночью. В субботу давайте все вместе позаботимся об экологии и поучаствуем в акции «Час Земли». Просто выключите на один час все электрические приборы и в свет в своем доме. Сереж, ну не сейчас же, включи! Вернемся к погоде. Прогуляйтесь по Волгограду в плюс 20 и почувствуйте, что благодаря вам мир стал немного лучше. Ночью с 25 на 26 марта плюс 7. А в воскресенье самое время навестить тех, кто живет рядом, и отметить День соседа. За окном снова плюс 18, а ночью плюс 8. Успеете прогреться в лучах весеннего солнышка в эти выходные. Последние дни марта обещают быть прохладными и пасмурными. Не переобули машину, не знаете, где отдохнуть, а может быть ищете секцию для ребенка или надежную строительную бригаду? Ответы на эти и другие вопросы найдутся в справочнике товаров и услуг на сайте «Блокнот Волгоград». Поможет в любой ситуации. Проверено. А с вами была я, Наташа Ветрова. Желаю всем теплых выходных.